Трудом себе представляю, при всем, так сказать, уважении и даже, так сказать, любви, чтобы кандидатуру Иры Баблоян утверждал Владимир Путин. Это абсолютно спекуляция, но у меня есть версия о том, что в связи с тем, что во время ареста Ильи Яшина он находился вместе с Ирой Баблоян, и в связи с тем, что она какое-то время жила в его квартире, у спецслужб могло быть представление, что это его девушка, уже совершенно неважно, что было на самом деле, важно, что какое могло у них сложиться впечатление, и что они могли попробовать таким образом как бы наказать Яшина, дать ему понять, что не надо слишком много выступать, отравив, как они считали, его девушку.